Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала в YouTube Джулипо. Ранее в нашем проекте «Таинственный убийца» Валентина Ивановна, наш постоянный гость, рассказала о своих препаратах. Я имею в виду не только о своих, в смысле, авторских методиках, но и самое главное, напомню, что они апробированы и приняты на российском законодательном уровне. То есть, условно говоря, медицинские учреждения и вообще, в принципе, Российская Федерация приняла ее курсы лечения, потому что было очень много лабораторных и других исследований. Но тем не менее, у людей, которые стали принимать эти препараты, стали возникать вопросы. Все связано с тем, что физиологически некоторые процессы, которые протекали в их организме, немного их пугали. Вот почему мы решили вновь встретиться с Валентиной Ивановной и задать эти вопросы, на что стоит обратить внимание, на что нет, и вообще стоит ли бояться подобных побочных эффектов. Ну что ж, давайте спросим. Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Наши зрители и подписчики уже начали принимать препараты, которые вы им порекомендовали, и многие из них столкнулись с некоторыми трудностями. Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что невозможно очистить, ну, допустим, тот же самый сосуд, да, если при этом что-то не выходит из этого сосуда вот с отработанным, скажем так, продуктом питания, да. И многие не понимают, что с ними происходит, поэтому мы и решили сегодня выйти на связь, так сказать, с вами, чтобы вы объяснили, какие могут быть последствия, стоит или не стоит этого бояться, как с этим бороться или наоборот не нужно. Ну, в общем, расскажите по факту, наверное, даже вот вследствие приема препаратов. Да, здравствуйте. Очень, очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что многие, кто начинают принимать, путают это с химическими таблетками, и какие-то есть, если отклонения в здоровье, там, сейчас мы о них будем говорить, и очень многие бросают пить препараты, думают, что это как противопоказание, как вот с химическими, потому что действия натуральных никто не знает, никто им этого объяснить не может, да, поэтому мы с вами сегодня будем объясняться, как себя вести, почему то или иное выскакивает то или иное, даже не выскакивает, а происходит с человеком то или иное состояние, как это называется, и что при этом делать. Это самое главное. Если вы понимаете, что при любом хроническом заболевании, мы сегодня с вами еще раз напоминаю, говорим только о паразитологии, да, о микроэлементах и об интоксикации. Мы другие моменты не рассматриваем, потому что тот, кто хроник, он давно прошел Крым и Рим, огонь, воду и медные трубы, да, знает все нюансы с точки зрения классической медицины. Я этого вообще не касаюсь, потому что вы тут сами образованы со своей болезнью, все умные сейчас и в интернете, да, уже, как врачи говорят, и врачей приходят, учат, да, такие люди, кто действительно страдает, что-то даже врачу советует. Поэтому мы говорим о заболеваниях сегодня с точки зрения паразитологии, микроэлементологии. Первое, что бы с вами ни происходило, какие бы симптомы у вас не были, перво-наперво, значит, мы уменьшаем дозировку. Это самое главное, что вам нужно помнить, не бросать, потому что если вы, по сути, понимаете, в чем ваша причина, то есть дефицит микроэлементов, да, есть в наличии, то есть все вы уже пропили, что возможно в классической медицине, все вы уже испробовали, и поэтому тот, кто на каких-то химических пожизненно таблетках по предписанию им нужно, значит, вы присоединяете наши препараты, все возможно применять с другими любыми химическими, с любыми препаратами, будь то какие-то гормональные, химические, будь то гомеопатия, наши препараты усиливают действие любого другого препарата.
то, что вы принимаете, если вам там пожизненные показания есть, и дальше уже смотрите на свое состояние. Если это инсулинозависимые, то вы замеряете сахар, да. По поводу гормонов вы тоже ходите периодически к врачу, там каждые полгода или три месяца сдаете анализы, смотрите как, и принимаете решение по поводу своих медикаментозных препаратов, снижаете дозу или уходите вообще от этого. Это уже по химическим решает врач, по вашим анализам. Когда что-то с вами начинается при приеме этого нашего комплекса, который взяли, значит, первое, что мы советуем, и что мы делаем сами, и что как правильно нужно делать, уменьшить дозировку. Я как-то уже вам говорила на наших встречах, что очень полные люди, тучные, там, 150 килограмм такие, да, 130, они по 2-3 года шли на дозировки 1/4 капсулы или таблетки. О чем говорит вот какое-то дискомфортное состояние у вас? Это говорит о том, что вы полны токсинов, да, тяжелых металлов и токсинов. Это говорит, вопрос стоит интоксикации. Естественные выходы закрыты, и приходится организму чиститься, допустим, через кожу. Вам кажется, что... Не кажется, вдруг у вас высыпание, но сейчас будем об этом говорить. Значит, первое, уменьшаем дозировку. Если вы пьете, как классически, 1 капсула, таблетка утром, вечером, значит, вы снижаете дозировку, начинаете на следующий день, вы принимаете 1 раз в день все препараты, обязательно вместе, запивая стаканом воды. Если на второй день то же самое состояние, значит, вы принимаете по половинке. Таблетку, понятно, делите, капсулы очень легко открываются, берете бумажечку, над бумагой сухими руками развели в сторону капсулы, они легко раскрываются, капсулы. Значит, половину употребляете, половинку один раз в день всех капсул и таблеток. Если на следующий день опять продолжается то, что вам дискомфортно, то вам должно быть комфортно. Но все то, о чем я говорю, это бывает всего в 5% случаев. 95% проходит спокойно, люди даже обижаются, чуть я ничего не замечаю. Поэтому я, наверное, сейчас говорю для тех 5%. И на следующий день, значит, вы тоже уменьшаете дозировку, ну, я говорю, вплоть до 1/4. И вот когда комфортно, нет там никаких отклонений, которые у вас появились, какие могут быть или усталость, или сонливость, очень сильная, или аллергия, типа крапивницы у вас что-то, может быть, высыпало в любых областях. И первое, значит, уменьшаем дозировку и остаемся на этой дозировочке, пока все у вас спокойно, где-то с неделю. Притом неделю эту мы, пока вы пробуете дозировку, что вы делаете с питанием? Вы добавляете детокс в виде крутого кипятка с лимоном. Лимон правильно тоже. Лимон действует только в присутствии кипятка. Ну, я не знаю, знаете вы это или нет, все равно я повторюсь. Выдавливаете 1 лимон, то есть вам в день нужно обязательно 1 лимон, сок 1 лимона выпить. Выдавливаете в стакан, там, бокал большой, 1 лимон, крутым кипятком заливаете его, потому что лимон работает только вот таким образом. И затем уже добавляете ту воду, которая приятна по вкусу. И маленькими глотками, это для вас капельница, маленькими глотками, как капельница, принимаете в течение дня содержимое этого бокала, стакана, разбавляете так, чтобы вам было приятно, комфортно пить. Может быть, это будет литровая даже кружка какая-то, может, пол-литровая, а может, на 200 грамм достаточно. Вот это перво-наперво, чем вы помогаете себе. Если, опять еще раз повторяю, вы понимаете, что причина в этом, но только есть дискомфорт, который нужно и на работу, естественно, ходить, и делать какие-то дела, а вам дискомфортно, то принимайте эти меры. Затем недельку пропили, у вас все успокоилось нормально, таким же методом. Это все индивидуально. Это все зависит от какой у вас обмен веществ, как у вас, что у вас в организме, насколько вы зашлакованы, насколько у вас много токсинов, тяжелых металлов. Поэтому этот вопрос индивидуальный. Через недельку, когда у вас все успокоилось, вы об этом забыли, крутой кипяток с лимоном 3-4 дня пьете.
Затем у вас должно, если это паразитарное или с точки зрения интоксикации микроэлементов, у вас это все заканчивается. А если у вас это что-то другое, то тут уже обращайтесь к врачу, потому что это уже не связано с паразитологией и микроэлементологией. Если какие-то тяжелые отклонения, это не касается уже этой темы. Затем точно так же вы начинаете прибавлять. Как убавляли, так и начинаете каждый день понемножку прибавлять. И вот на той дозе, на которой вам комфортно, вы остаетесь еще, допустим, неделю. Видите, опять дискомфорт, там прибавили вы, допустим, до одной опять капсул таблетки дошли, и опять как-то у вас начинается. Можете назад скакнуть, шагнуть, можете остаться на этой дозировке, посмотреть день, два, три. Вот таким образом вы методом тыка, у кого дискомфорт, так вы принимаете. У меня возникло несколько маленьких вопросов, если вы позволите, пока вы говорили. Да, конечно. Да, дело в том, что сейчас на рынке можно встретить разные типы лимона. Я просто перечислю, которые я знаю, возможно, что-то еще есть. Есть такие крупные желтые лимоны, есть лаймы, есть такие какие-то странные, как апельсины, непонятный какой-то у них вкус еще. Все-таки о каком лимоне вы говорите? Либо все можно использовать? Любые лимоны. Лайм замечательно. Где жесткая корка, это как-то лучше всего. Потому что где вы чувствуете, потому что тот, который скрещен с апельсином, там кислоты вы не чувствуете. Поэтому самое удобное, это когда где жесткая корочка. Ну, бывают такие люди, которые чуть-чуть где-то что-то кольнуло, условно говоря, да, и уже им хочется все-все-все, мне не надо, я вот, пожалуй, понижу дозу, да. Но, опять-таки, я как не профессионал в этой области, просто интуитивно мне так кажется, что, предположим, я паразит, да, и я сижу в чужом организме. И тут меня начали травить, я, естественно, высказала свое фе в виде каких-то определенных токсинов, да, и тут организм человека стал давать меньше вот этих вот, препаратов, которые со мной воюют, да, я подумала, тогда ладно, можно расслабиться. Я просто к чему? Может ли на фоне того, что мы уменьшаем дозу, неоправданно уменьшаем, да, исключительно из-за капризов людей, может так статься, что мы выработаем у этого паразита желание все-таки еще больше бороться, знаете, как он разработает дополнительную систему защиты от этого. Не опасно ли вот понижение дозы? Я поняла вас. Нет, не опасно, потому что здесь дело, запомните, во времени, не в количестве принимаемых капсул таблеток. Можно, конечно, при острых состояниях, когда, допустим, у человека, я буду об этом говорить дальше, острые состояния, то мы увеличиваем эту дозировку. А вот в этом случае, как вы говорите, нет. У него нет информации, капсулу вы выпили или 1/4. Там главное, что вы это приняли, и он не реагирует на то, какое количество вы выпили. Он реагирует, дело во времени, потому что 3-4 месяца, если мы месяц пьем, неделю перерыв, да, месяц пьем, неделю перерыв, получается 4 месяца. И за это время, это профилактика весной, осенью, пожалуйста, кто хроник, от полгода, да, потому что микроэлементы усваиваться начинают только через полгода у тяжелобольных людей, да, у хронических, кто с хроникой. Вот микроэлементы работают, опять это иммунофармакология микроэлементов, книга такая, помните, мы с вами говорили о ней. Здесь говорится о том, что микроэлементы начинают усваиваться через полгода. И то, если вы не трудоголик, если вы не занимаетесь чем-то, что чересчур много сил отдаете, тогда еще дольше микроэлементы вообще, они пьются всю жизнь, да? Мы с вами об этом говорили, их нужно принимать всю жизнь, потому что они не вырабатываются, помните, организмом, они должны поступать извне. Это не мы придумали, это иммунофармакология микроэлементов, и никуда здесь не денешься, потому что или вы с пищей поставляете, да, микроэлементы, или если в пище их, как мы видим, нет, потому что все болеют. И, допустим, тот же дефицит цинка, почему вот сейчас говорят цинк принимаете, руководство, да, мира принимало цинк, вот он пил, да. Почему цинк? Потому что цинк – это проблема мировая. Его, я уже говорил, его передозировки вообще не бывает. Его катастрофически не хватает. А цинк – это иммунитет. Вот, посмотрите, я вам
Вот цинк, да, видно? Насколько видно? Вот цинк, да, мы как-то уже с вами показывали. От цинка идет очень много линеечек, веточек. Это органы. Это органы, с которыми, в которых не хватает цинка. А цинк – это иммунитет. А цинк – это, ну, тоже, в том числе, это ОРЗ, это грипп, вот ОРВИ, это сосуды, это проблемы с холестерином сейчас у всех, это печень. А печень – это, я не буду перечислять все классические заболевания, в таком моменте остановлюсь, как алкоголизм, наркомания. Если не хватает цинка, человек ничего не может сделать. Его тянет к наркотикам, ему хочется выпить. С другой стороны, двояко, паразиты тоже есть в организме, которые просят лакомки, наркотиков, алкоголя, потом бесплодие, снижение потенции у мужчин. Мужчинам нашим цинк нужен, ну как, я не знаю, как воздух, потому что проблемы мирового масштаба мужчины без цинка, вот она сплошно, везде снижение потенции, да, бесплодие сплошь и рядом, ну я имею в виду. Женщинам без цинка мужчинам в дом вообще пускать нельзя, правильно поняла? Да, мужчины сейчас уже мальчикам с 16 лет ставят проблему с простатой, простатит. Где-то когда такое было? Вот он дефицит, если брать микроэлементы, вот он дефицит цинка, я не беру другие. Кожа, волосы, ногти. Проблема тоже. Центральная нервная система, снижение памяти. Сейчас молодые даже. Ой, что вы сказали, что-то я не помню, да? Снижение памяти, и это проблема и Альцгеймера, и Паркинсона. Тоже у этих людей, кто страдает, замеряли, там действительно не хватает жуткий дефицит цинка. И простата страдает, это риск аденомы. Вот вам опухоли, да, тоже одна из причин, потому что мы тоже проводили клинические исследования, Ксения Валентиновна Еременко проводила нам клинические исследования из Питера, это фитоонколог, которая, да, видела на онкологических больных, что жуткий дефицит цинка, потому и страдает, потому люди, что у людей, кто у кого опухоли, там жуткий дефицит цинка, и мы уже там не разделяем простата или какая опухоль, да? Ну и, соответственно, диабет. Мы говорили, еще раз напомню, что такое инсулин, что такое таблетки, которые принимают люди при заболеваниях поджелудочной железы. Если мы сдаем на химический анализ, мы там видим дефицит цинка. И если мы, значит, даем цинк в натуральной форме, то постепенно поджелудочная начинает инсулин вырабатывать сама. Вот насколько значим цинк, что а в инсулине и в таблетках там синтетический цинк. А синтетический не работает так, как натуральный, видите? Поэтому, когда мы даем натуральный цинк в натуральной форме, то поджелудочная со временем, еще раз повторю, начинает инсулин вырабатывать сама, в отличие, видите, от синтетического. Вот. Ну и зрение, конечно, сетчатка страдает, конечно, страдает зрение. Вот насколько важен один только микроэлемент, а 300 реакций в организме не происходят, потому что не хватает цинка. Вот и постепенно, но цинк же, но микроэлементы же еще, они не выступают так рьяно, как, например, вирус попал в организм, и сразу температура высокая, мы начинаем принимать меры. А дефицит микроэлементов, он исподволь наступает из года в год, из десятилетия в десятилетие, из поколения в поколение. Мы об этом уже говорили, я просто еще раз повторяю основные моменты для того, чтобы все понимали значимость микроэлементов и цинка, ну, цинка в том числе, понятно. И вот сейчас вот вторая волна пошла, что говорят? Говорят, первая волна была, это легкие, да, это сосуды, а теперь говорят иммунитет. А где же ему взяться, если микроэлемент иммунитета, вспоминаем, мы с вами говорили об этом, микроэлемент иммунитета – цинк, селен, хром, марганец, медь, кремний, йод. Вот они, микроэлементы основные иммунитета местного и общего. А где же взяться этому иммунитету, если с точки зрения микроэлементологии этих микроэлементов не хватает в организме. Оценка, ну вот, про цинк как-то узнали, да, вот руководство там стали пить и нам об этом сообщают.
О других микроэлементах вообще тоже не знают. Посмотрите другой микроэлемент, и медь, и хром, и марганец. Там тоже написано, иммунитет страдает в первую очередь. Иммунитет легких, ну это местный иммунитет, и общий иммунитет. Без них тоже никуда. А про марганец вообще люди не знают, да? Их даже классическая медицина, что написано в классической медицине как? Напротив марганца. Дефицит марганца не связан ни с одним заболеванием. Ну а все-таки представим, что вот люди уже начали принимать препараты, и да, у них, естественно, идем. Пошли да, побочные да, какие-то эффекты. Да. Скажите, пожалуйста. Да, значит, продолжаем нашу тему. Могут появиться запоры. С точки зрения паразитологии объясняю, что такое запор при приеме нашей продукции. Или у кого он пожизненно был, как-то вы его наладили, или хотите справиться с запором, принимая наш комплекс. У нас патологоанатомы говорят о том, что в каждом человеке находится от 12 килограмм каловых камней. У нас есть дивертикулы в прямой кишке, и вот это ответвление идет прямой кишка, и там как карманчики. И вот в этих ответвлениях, в этих дивертикулах лежат каловые камни. Они, что такое каловые камни, как утверждает паразитология? Значит, внутри любого калового камня сидят конгломераты паразитов, несколько видов паразитов. Они осунковываются, делают для себя из каловых масс домик, и благодаря протолитическим веществам, которые они выделяют из себя же, они прикрепляются к стенке дивертикула. Таким образом, они удерживаются здесь, и вы их ничем, никакой колоноскопии, ничем оттуда не возьмете. И когда мы начинаем прием нашего комплекса, то паразит обездвиживается, протолитических веществ он не выделяет, и, соответственно, все каловые камни, массы отрываются от своих мест прикрепления, и все в анус. Что получится? Запор. Вот тут, дорогие мои, тут должна помочь классическая медицина. Все, что есть в классической медицине, вы должны взять на вооружение. Любым способом помочь себе устранить запор. Кто как, кто во что гораздо, да, кому что помогает. Вплоть до убирают естественным путем, пальчиком, даже такое бывает, потому что ничего не помогает, потому что огромное количество каловых масс пошло на выход. И никакая диета, кто с запорами страдает, запорами, тем, естественно, прибегните к тому методу, которым вы пользовались, чтобы, дабы он вам помог. Это продолжается там день-два, затем все это быстро очень восстанавливается. А если у человека, как вы говорите, в принципе запоры, мы же с ними не первый год живет, то и мы понимаем, что это только усилится, я так понимаю, да? Может быть, сразу чуть поменьше? Не обязательно. Не обязательно. Да? Нет, здесь все индивидуально, нет. Не обязательно усиление будет. Здесь, может быть, наоборот, у него понос будет. Наоборот, может быть, это у него пойдут протозойные виды паразитов. То есть, если понос, не бойтесь. Никакая это у вас не дизентерия или не отравились вы ничем. Очень много, особенно когда вот у кого кто-то отмечает урчание в животе, дискомфорт, да, там с человеком разговариваешь, а в животе очень сильно бурчит, урчит, так сказать. Протозойные виды паразитов пошли, стали погибать и пошли на вывод. Вот, так что запор и понос здесь как высокое давление, так и низкое рассматривается одинаково. То есть приходит в норму на этом комплексе, на нашем, приходит в норму давление и нормализуется стул. Есть такое, возможно, заблуждение, но, опять-таки, люди так думают, что если начинается понос, то с водой очень много микроэлементов вымывается. И я поэтому спросила, есть такая вероятность, что и ваши препараты вместе с поносом поняла. Идут?
Нет, но вы же в любом случае принимаете утром и вечером, но эти же протозойные виды паразиты все равно, они должны выйти из вас, да? Ничего страшного, это же не длится месяц, это же не длится неделю. Ну, какое-то время, день, два, три, за это время не бойтесь, ничего у вас не вымоется. Или кто-то вот, у кого-то есть жидкий стул, всю жизнь люди мучаются, медицина помочь ничем не может. То же самое. Начинаете применять продукцию, через несколько дней у вас это все пройдет, когда протозойные виды паразитов выйдут, да, но у каждого это по количеству дней свое время. Дальше, что может быть, с этим вопросом все, да, закончили, вопросов нет. Следующее, что может быть по типу тахикардии. Паразиты сидят, прикрепившись к сердечной мышце, к ткани, да, и, может быть, взрослые, то представьте, вот у них там щупальцы, да, там 30 штук, да, этих щупалец, и потихонечку, когда они начинают отрываться от мест прикрепления, то это вызывает у человека типа тахикардии, по типу. То есть тот, кто сердечник, пожалуйста, свои капельки, свои таблеточки на эти дни, чтобы было спокойно, знаете. А у кого сердце никогда не беспокоило и не было никогда этих состояний, то тем более не переживайте. Если это легкие состояния, то это вот связано с отрывом паразитов, что они выходят. Когда тяжелый металл выходит из клетки и встраивается, допустим, цинк и свинец, да, цинка нет, свинец, цинк вытесняет свинец, когда вы начинаете комплекс пить, то тоже может быть болезненно не только по типу тахикардии, там кости начинают у людей болеть, особенно в костях, вот костной ткани много сидит тяжелых металлов, так что здесь, пожалуйста, любые обезболивающие, тут классическая медицина вам на помощь должна прийти несколько дней, 3, 4, 5, 6 дней, может быть, этого достаточно на фоне приема нашей продукции. Защищаются органы и ткани, поэтому не бойтесь, принимайте и обезболивающие, помогайте себе, потому что очень много токсинов, очень много тяжелых металлов, и это они так действуют. Но еще раз повторяю, это легкие случаи, это не тяжелейшие, когда вот приступ, все там, аппендицит, да, мочи нет, сил нет, болит не знаю как, это уже не связано с нашей продукцией совершенно. Как многие иногда путают там приступ аппендицита, да, ну, совпало так, они пьют наши препараты, это совершенно здесь ни при чем, и приступ аппендицита у человека. То есть он, если бы не пили препараты, он и был бы, да, понятно, этот приступ. Но вот вдруг я два дня пью, и вот случилось. Нет, это совершенно тут наши препараты ни при чем, они не такого мощнейшего действия, как вы думаете, это не химическая таблетка. Может быть усталость. То есть если у вас есть легкая усталость, то значит крутой кипяток с лимоном. Здесь не нужно уменьшать дозировку. Крутой кипяточек 3 дня с лимоном. Помогаем детоксикации. То есть это интоксикация. Если вы лежите в лёжку, сил нет вообще даже встать, голову поднять, то, естественно, это уже не препараты. Чтобы вы об этом знали. Это уже не препарат, это там что-то уже ваше. Но в любом случае уменьшаете дозировку и крутой кипяток с лимоном применяете. А если вздувается кишечник из-за обилия газа? Вздувается кишечник, погибают протозойные виды паразитов. Брожение, урчание, вздутие. Это идет процесс, да? Ваши дисбактериозы начинают уходить. Так, температурка может подняться до 37,1-37,2. Все, более высокое, это уже не связано с нашей совершенно с приемом продукции. Здесь точно так же, вы понимаете, в чем дело. Идет интоксикация. Побольше водички. Воду я рекомендую только, мы рекомендуем вот за все время, не надо там по 3 литра, как обычно говорят, нужно принимать 3 литра воды. Любая жидкость подойдет в течение дня. Если видите, что легкая усталость, легкая температурка, значит, или легкие боли в костях, там, в простате, ну, в теле, в принципе, у кого что. Это говорит о том, что мало воды. Советую вам, идет чистка. Когда вы в квартире намочили, начинаете уборку в комнате, то, естественно,
вы же на сухую не будете тряпочкой, да, вытирать везде все, нужна водичка. Поэтому тут организму нужно помочь и прибавить хотя бы на стакан в день какой-то жидкости. Прибавьте стакан жидкости, и вы увидите, все будет потихоньку устаканиваться. То есть вот то количество жидкости, которое, я считаю, и супы, там, и каши, да, там, кто что пьет, там, молоко, компот, кефир, кисель, вот то, что вы употребляете, отметьте это, допустим, посчитайте, что вы вчера пили, и прибавьте на один стакан. Этого будет достаточно. На второй день вы увидите, результат начнет уже улучшаться. Аллергия. Ну, я имею в виду высыпание на коже. Говорит о том, мы уже вначале говорили, что естественные пути выхода заняты, и организм решает почиститься через кожу. Особенно у деток. Внимание, здесь помогайте всеми препаратами, какие есть в аптеке для деток, вот именно при аллергии. Потому что если вы понимаете, что у ребенка это есть, да, с этим связана причина, вы там его лечили, всем уже ничего не помогает, и аллергия немного может у кого-то усилиться, поэтому аллергозные дети, в принципе, у кого аллергия, дерматиты, вы можете начать с маленьких дозировок, например, одну, посмотреть, как будет происходить. В принципе, происходит у всех спокойно, нормально, и не влияет, аллергия у вас есть, какие-то там кожные проявления есть или нет, это совершенно не влияет на количество принимаемых таблеток. Если боитесь, начните с половинок, начните с четвертинок, день, два, три, и увидите, что все у вас нормально, и тогда перейдете на обычную дозу, если боитесь. А если не боитесь, все спокойно принимайте, это вам только, если вы понимаете, что это чистка идет, и восполнение необходимыми элементами, потому что кожа, на коже, это вот мы сейчас с вами цинк разбирали, да, проблемная кожа, всегда дефицит цинка. Проблемная кожа, значит, печень очищается ваша. Но видите, почему, допустим, у тех же, у кого проблемы с кожей, они же постоянно, и никуда это не уходит. Смотрите, что получается. Паразиты, если брать паразитологию, они, значит, рождаются каждую ночь, они погибают. Токсины их куда? Мы с вами уже говорили, да? Куда им деваться? И вот так каждый раз у вас есть эти состояния, не уходящие, потому что живут паразиты, если брать точку зрения паразитологии, микроэлементологии. Ну, соответственно, они пожирают микроэлементы, которые не цинк. В желчных протоках, вот у меня очень часто приходят на консультацию и говорят, я печень проверял. Проблемы с печенью, это в 90% случаев, проблемы с печенью, даже человек пришел, я проверял печень, у меня все чисто. Как утверждает паразитология, мы с вами говорили, что есть такой гельминтоза человека, я вам уже показывала, книжечка, да, для обычного обывателя написал Скрябин, директор Института паразитологии в бывшем, где написано о том, что в желчных протоках, а туда только лапароскопически можно дойти, сидят личинки лямблей, о которых никто и не подозревает. И вот они там токсины эти выдают. И все на кожу, на кожу, на кожу. Вот с точки зрения аллергии, с точки зрения паразитологии, микроэлементологии, что такое, как трактуется это состояние высыпания у людей на коже. Если это у ребенка, то можно даже капсулки высыпать в ванну и там, раз в 3 дня принимать по одной капсуле таблеточки высыпали, растворили, или промокать ребенка, у кого прям совсем такие есть очень сильные высыпания. Развели капсулки, все таблеточки развели в водичке, там в стакане, в литре, и этой тряпочкой можно протирать. То есть коже местно тоже дать нужно микроэлементов, чтобы побыстрее этот процесс прошел. А еще, знаете, бывают такие ощущения, когда что-то под кожей как будто бы ползает. Это правда ползает или это только ощущение? Ну, ощущение, конечно. Слава богу. Конечно, ощущение. Это настолько люди боятся, что вот во мне там все ползает. Нет, ощущение – это психосоматика, понятно, да? Нет такого. Потому что даже вот в глазу очень часто говорят, видят, что прям видно, да? Но ты этого не ощущаешь, ты не чувствуешь, как он там лазит.
Какие противопоказания? Часто спрашивают. Значит, противопоказания, я всегда говорю, что вы имеете, подразумеваете под противопоказаниями? То есть как все же привыкли, как классические синтетические таблетки, да? Выпил, что-то высыпало, все, нельзя, да? Убираем. То видите, здесь совсем не так. Высыпало не потому, что таблетка виновата, а потому что у вас много токсинов, да? Вот, это ваши токсины, всегда говорю, любое высыпание – это ваши токсины. И, значит, противопоказания какие могут быть, если это ваши же токсины. Так, желчные. Камни в желчном, в почках, то же самое камни – это паразиты, точно так же, как в дивертикулах они сидят, да, точно так же паразиты сумковываются, делают для себя домик, поселяются там, где им нравится, в желчном, в мочевом, поселяются там и живут до поры до времени. Если даже вот сейчас темнопольные приборы есть, можно посмотреть, как паразит, находясь в том же камне, выбрасывает лассо, это такое, мимо эритроцит, лейкоцит проплывает, паразит выбрасывает лассо, это такое, как иголка, приспособление у него, он выбросил, подпитался, содержимое эритроцита, лейкоцита заглотил, он этим подпитался, все, и сидит дальше в домике. Вот такова картина с паразитом. Поэтому противопоказания, понятно, о каких противопоказаниях речь идет, да? Если удален желчный пузырь, то метасепт цветонорма, препараты противопаразитарные, на них они проводят работу вместо желчного. На них можно остаться, затем, когда вы курсы пропьете, там, какие посчитаете нужным для себя, на них потом можно остаться. Все равно же кто-то алахол применяет, да, когда чуть жирное попил, какие-то другие таблетки. Все-таки это химия. Можно чередовать, и вот наш метасепт цветонорм, можно по одной в день остаться на этой дозировке, если у кого вопрос денежный стоит. На этой дозировке можно потом остаться. Так, боль в суставах говорила уже о том, что вытесняются тяжелые металлы. Суставы – это хламидийные артриты. Мы вот проводили клинические исследования кафедры инфекции Боткинской больницы. Мы проводили именно, была тема, проводили клинику с людьми, где артриты, хламидийные артриты, вот именно хламидии сидят. То есть сидят паразиты в суставах, да, и в дефиците микроэлементы тяжелые металлы, поэтому костно-суставная система начинает вытеснять тяжелые металлы, начинают выходить паразиты, да, и, конечно, не всегда это спокойное состояние, поэтому, пожалуйста, любые обезболивающие, пожалуйста, принимайте несколько дней, все это потихонечку затем сойдет, значит, крутой кипяток с лимоном, то же самое, да, прибавляем количество, любая боль, помните, говорит, любой дискомфорт, вернее, не, даже не болевое ощущение, а дискомфорт, это мало воды, на стакан прибавьте жидкости в день. Вот у нас еще у нашего знакомого, у него проблема с легкими была, у него выходило через горло прям сгустки слизи с какими-то непонятными вкраплениями, я так понимаю, что это, видимо, умершие особи. Да, конечно, они превращаются, они растворяются, превращаются, если это взрослые, превращаются в слизь. Точно так же это можно скалом наблюдать, может быть, и с мочеполовой системой сгустки могут идти, а в кале так вообще иногда наблюдается, что прям конгломераты паразитов, если они взрослые, они, естественно, они растворяются. Они, у кого-то целыми, вот мне вчера звонят, говорят, 10 сантиметров прям убрали из ануса, мужчина звонит, целый вышел, живой. Ну, зато хоть он на выход пошел, да, хоть он не к стенке ткани прикрепился и питается там, да, кровью, питательными веществами, которые необходимы человеку, и обедняет его. Хоть он вышел, там уже какая разница.
какая разница, как он вышел. Спрашивают, как вот принимать 80-летним, какие-то ограничения есть, нет, разницы никакой нет, что 80 лет, тем более люди в 80 лет никогда этим не занимались, никогда не восполняли микроэлементы, да, то тем более есть, как сейчас говорят, после 65, там у всех хроника, вот одна из причин, да, если мы говорим о паразитологии, микроэлементологии, то одна из причин вашей хроники понятно. Некоторые отмечают в 60, там, как у кого уже женщины месячные закончились, и вдруг при приеме препаратов у них как бы похоже, что пошли месячные. Значит, мы с гинекологами это наблюдали. Значит, допустим, женщина ходила к гинекологу, у нее все нормально, нет там никаких отклонений, все чистенько. На уровне клетки очень глубоко формируется миомка, например, или какое-то уплотнение. И оно состоит из чего, опять с точки зрения паразитологии, да? Из конгломерата каких-то видов, которые населяют ваш организм. И она при приеме продукции начинает лопаться, открываться. И вот несколько дней идет типа месячных, чтобы этого женщины не боялись. Или у женщин, может, допустим, месячные прошли, и цикл еще не наступил, а опять пошли месячные. То есть у вас месячные у женщин, у девочек могут меняться, потому что в связи с... То есть они шли не по графику, по тому, по которому предназначала природа. И когда вы начинаете очищать организм, у вас будет перестройка. Не бойтесь этого тоже. Это нормально. Это нормально. Какие-то... Как принимать... препараты, соблюдать ли какие-то диеты, исключать ли что-то из пищи. Значит, ответ однозначный. Когда я понимаю, что люди очень много диет используют, читают, и там в одном месте где-то мясо нельзя, где-то нельзя исключить молоко. Значит, программа составлена так, что вы должны слушать только свой организм. Ничего исключать не надо, и вы должны только прислушиваться к организму, что он попросит. Он сегодня может у вас попросить мясо, завтра вы напрочь от него откажетесь. Он попросит завтра молоко. Дайте организму. Он много вы уже съедать не будете, потому что просили паразиты у вас побольше кушать, послаще, там, сладенького или чего-то другого. Это просили паразиты. В момент очистки, в эти несколько месяцев, с аппетитом может быть всякое. Если вы не хотите кушать, не насилуйте организм, не ждите, что завтрак, обед и ужин, этого не должно быть, потому что слушайте организм, он... Слушайте природу, он вам подскажет. Когда он захочет кушать, тогда и покушайте. Неважно, это будет 12 ночи, потому что у вас сейчас идет перестройка. Будет идти перестройка в 12 ночи. Не смотрите, что после 6 кушать нельзя. Поешьте. Может быть, вы целый день не будете кушать. Но вы в 12 иногда зверски захотите кушать. Пожалуйста, поешьте сегодня. Сегодня, завтра. Потом это уже не повторится. Это все моменты очистки. Ну, хотите терпеть, перетерпите. Но это не патология. Это неплохо. Ну, а если вот эти паразиты напоследок решат погулять и запросят, там, не знаю, алкоголь или какие-то другие не очень хорошие продукты питания, это что, нужно пойти им навстречу или все-таки разумно? Нет, здесь уже, конечно, нет, но здесь уже, конечно, не нужно, потому что даже те, кто часто употребляют, здесь происходит детоксикация. Вы лишний раз выпьете капсулки, таблеточки. И вот вы захотели спиртного, выпейте лишний раз, если вы утром, вечером принимаете, вот в этот момент выпейте, когда покушать, это уже святое можно, да, а вот выпить, попробуйте в этот момент принять стаканом воды, запить и выпить таблетки. И вы увидите, что удивительный результат, вы тяги к алкоголю у вас в этот момент больше не будет. Ну, извините, кто употребляет, но у вас будет детоксикация, вас будет тошнить, и рвотный рефлекс у вас будет.
Поэтому тут уже каждый смотрите, наблюдайте за собой сами. Ну, если что, у нас есть консультанты, звоните, мы вам подскажем. А есть препараты, допустим, сердечного плана, они очень часто применяются, не применяются, они делаются со спиртом. Можно ли, допустим, ваши, потому что вы сказали, что все лекарства можно применять, но вот все-таки, если мы возьмем категорию, что спиртовые лекарства, можно с вашим препаратом или нельзя? Конечно, конечно, да, все. Да, можно. Часто задают вопрос от дикарис, вермокс, другие препараты там, да, немазол, чем отличается? Ну, тем, что это препараты, их много не выпьешь, это препараты от взрослых особей, и при подозрении на взрослую особь, если вы видите, что вы неделю поприменяли методы, о которых вот я выше сказала, вернее, не методы, а все вы использовали, воспользовались и водой, и там какие-то таблеточки попили, а у вас не проходит, значит, у вас есть подозрение на взрослую особь. Допустим, та же усталость, не могу встать с дивана, это говорит о том, что есть взрослая особь, которая дает вам интоксикацию, и вам очень трудно, тяжело. В этом случае можно воспользоваться, ну, это совсем редко бывает, и дикарисом, и вермоксом. Дикарисом или вермоксом. Лучше всего пропить их там по курсу. Поможете быстрее, чтобы вам не мешала интоксикация. Быстрее поможете на вывод паразита. Совместимость. Сказала операции. Ну, про операции значит, спрашивают, идти ли на операцию или нет. Значит, здесь все зависит от того, что скажет вам ваш лечащий врач. Если советуетесь с врачом, если врач говорит, что вопрос жизни и смерти не стоит, то и вы спрашиваете, есть ли у меня там месяц, два, три, четыре, да, что я могу отодвинуть операцию, пожалуйста, воспользуйтесь этим. И очень часто, частенько бывает, что приходят на операцию, смотрят, а там уже ничего нет. Или если слишком, потому что если слишком большая там опухоль, допустим, какое-то уплотнение, то очень сильное, может быть, иногда и нужно будет пойти на удаление, потому что очень сильная будет эта интоксикация, выдержите ли там вы ее, да, но если вы понимаете, что процесс у вас, то, что с удалением какого-то уплотнения вы понимаете, что вы вопрос не решите, потому что что происходит при операции? Паразиты разбегаются по близлежащим, да, органам и тканям и ждут, когда вы там все проведете, и опять начинают свою коварную деятельность. То есть тут классическая медицина должна вам помочь, конечно, помогите себе, но понимая, что вопрос вы до конца не решили, принимайте и до операции, и после операции. Операция – это огромный стресс для организма. Раз стресс, значит, что у нас с вами? Мы микроэлементы и так не имели их в организме, а вы еще больше их начнете терять, потому что стресс должен купироваться. То есть должны чем? Микроэлементы, тот же марганец, цинк, да, они должны выйти из каких-то органов и тканей, а у вас их и там так нет, и пойти на защиту центральной нервной системы вашей. А там тоже нет, и вот вы раздраженные, да, вот. Поэтому и до операции нужно принимать весь комплекс, и после операции особенно, ну, во время там как получится, насколько... А вы не знаете, как обычно хирурги реагируют, когда, допустим, вот они делают операцию, ну, там, не знаю, ну, неважно, в каком органе, да, и вот они вскрыли и видят, что на стенке этого органа, ну, червячок ползет. Что они с ним будут делать? Ну, чаще мне рассказывают, ну, как, у нас есть снимки, у нас есть видео, где нам хирурги, шла операция на сердце, и они нам предоставили, у нас даже не один хирург, а несколько. В нашей компании есть такие видео, кому интересно, можем прислать. Вскрыли это место и берут пинцет и вытаскивают. То есть хирурги это знают. Один за одним вытаскивают ленточку, и эта ленточка, как бабочка, на глазах начинает раскрываться. То есть была ленточка-палочка, да? Вернее, не ленточка, а палочка, вытащили, и вот когда на сантиметров 20 ее вытащили, или 10, она как бабочка в своей красоте начинает разворачиваться.
То есть это взрослые вот в мешочке, да, сидели паразиты, людей оперировали по поводу опухоли в сердце. Вот она вам опухоль, вот вам ответ, то, о чем я вам перед этим говорила, что любая опухоль, да, ну не любая, а в принципе опухоль – это конгломерат паразитов. Но здесь оказались взрослые, а в принципе вообще это личиночные, которых там не видно. Или хирурги тоже делятся, мы, говорит, оперируем, смотрим, открываем, а в сосуде дыра. И мы, говорит, зашиваем, ну, потому что ничего невозможно сделать. Кто эту дыру сделал? Паразиты сожрали. И, естественно, сосуд должен быть из чего состоять, стенка сосуда. То есть микроэлементы иммунитета, цинк, селен, хром, марганец, медь, да, кремний должны быть и местные иммунитеты в сосудах тоже. Если нет, постепенно... Еще и паразиты сожрали, там сидят. Ну так они же еще обязаны описать всю операцию. Это вот сколько я видела тоже. Ну, я знала точно 100%, что у этих людей были паразиты. А когда я читала выписку, я имею в виду именно по операции, я не вообще ни одной фразы. Ну вот наверняка же видели, ну как же так? Почему же не написать? И нигде не видела противопаразитарного комплекса потом. Ну паразитов же нет у нас в мире. Паразитологии же нет. Если мы так напишем, то что, какой спрос тогда скажут? А дайте чем полечиться так же, а ответа-то нет? Ответа-то нет, поэтому дело рук утопающих, дело рук самих утопающих. Да? И вот простите, пожалуйста, все-таки, может быть, в преддвериях Нового года, я не знаю, но вот опять-таки те же хирурги, они прежде чем приступают к операции, они же обрабатывают все инструменты, в том числе спиртом, правильно? Ну, а как бы заблуждение, возможно, ли опять-таки, или что? Но если спирт просят паразиты, то смысл тогда обрабатывать спиртом? Да? Получается, они от этого не умирают? Или я что-то неправильно понимаю? Нет, что-то вы не правы, что-то вы не в ту область пошли. Но это же одноразово. Я имею в виду употребление внутрь, кто употребляет. А вы о чем, я не поняла тогда. Ну вот смотрите, обрабатывают приборы, да, те же самые маникюрсы. Да, очень часто не только вот лампы используют, но еще так. Обрабатывают спиртом. Вот. Но при этом же паразиты просят спирт, когда сидят в организме. Есть особые там трихмонады, очень такие алкоголички, можно так сказать, да? То есть есть, в принципе, те паразиты, которые это любят. Либо они не сам алкоголь употребляют, а какие-то некоторые продукты распада, которые возникают, когда уже организм перерабатывает его. Ну, мы что, с вами так часто делаем это? Это не тот вопрос, Жюля, где надо его затрагивать. Нет, я поясню, почему. Потому что во время операции, опять-таки, все это обрабатывается, я не очень как бы доверяю вот всем тем процедурам, которые выполняют врачи. Потому что если вы говорите, что в мире паразитологии как таковой не существует, и вынесли в как бы нетрадиционную медицину, то вот насколько эффективны методы защиты и подготовки к хирургической операции? Я вот к этому имею в виду. Но мы же с вами мир не переделаем. И мы же не можем диктовать свои условия, даже если идем на операцию, да? Поэтому я думаю, что этот вопрос выносить на аудиторию не надо. Как есть, так и есть. А как по-другому? Вы что-то можете предложить? Даже если мы предлагаем то, что даже мы знаем, и это не хотят брать, а ты вы уж о какой-то мелочи там говорите. Это же мелочь по сравнению с тем, о чем мы сейчас, в принципе, говорим с вами, да? Просто очень часто заносят инфекцию именно во время хирургических операций. Прям очень часто. И меня это, честно говоря, напрягает, потому что у меня очень многие знакомые, они как таковым, не могу сказать, чтобы они были больны. Позже выяснялось, что им вообще не нужна была операция. Но вот после операции они стали больными, потому что действительно была внесена инфекция. Стоит вопрос, как она вообще могла появиться в хирургическом комнате? Теперь поняла. Когда паразиты – энергоинформационные существа. Когда человек, хозяин, решил сделать операцию, у них есть сигнал SOS. И они уже знают, что их сейчас будут выдворять, да? Тоже там какой-то, где будет операция проходить. И они уходят в близлежащие органы и ткани. Когда операция прошла успешно, когда я это хирургам рассказываю, они говорят, ну, теперь понятно, почему блестяще проведенная операция вызывает вот то, как раз о чем вы говорите, да, или вновь паразиты, так как понимают, с ними будут бороться, а вы говорите, занесли инфекцию, а инфекцию ее проверяли, что занесли? Вот паразиты выходят из своих насиженных мест и начинают усиленное размножение. Помните, ведь они живут зачем?
чтобы рождать свои стада и потомство. Их и главная задача. Вот вам и инфекция. Кто-то брал ее, эту инфекцию, на анализ? От чего там, что там, да? Геморрой. В принципе, если он есть у человека, да, или когда он может воспалиться при приеме нашей продукции, что бывает очень редко, что такое геморрой? Опять в складках, да? В складках сидят конгломераты паразитов, слизистый жуткий дефицит микроэлементов, и паразиты сидят в складке прямой кишки, ну, в виде выпячивания происходит, у кого больше, у кого меньше, у кого вообще внутренний. Значит, здесь можно все препараты, которые вы принимаете, чем помочь? Все препараты, которые вы купили вовнутрь, вы берете по одной капсуле, по одной таблеточке. Таблетки дробите, раздрабливаете, капсулу легко открыли. И берете крем, ну, можно обычный, простой детский крем, самый дешевый, или какой вам не жалко, смешать в емкости все препараты и присел и смазывать там 2-3 раза в день. Можно один раз, если на работу ушли, утром смазали, вечером пришли еще раз. Вот это помогает местно, опять местно. То есть оно будет всасываться, даже если это и внутренние какие-то состояния, оно через кожу всосется внутрь. То есть вы и очень часто у нас происходит у собак, вот у животных, там рак прямой кишки, и опухоль такая, что в туалет не может сходить собака. Хозяин открывает, как собаки, открывается пасть, и прям собаки бросаете туда. Соответственно, какая разница, собака, животное или человек, да, то же самое. Опять жуткий дефицит микроэлементов, и очень быстро, у животных очень быстро проходит. У меня было за всю жизнь, вот, ну, то, те, кто докладывают, обратная связь не всегда же есть. Вот 4 случая, там, маститые юристы обратились, вот, ну что, не хочется операцию, а собака прям погибает, в туалет не может сходить. И прям быстро у нее все это рассосалось и ушло. Вот. Так что с геморроем вот такие вопросы. Ну, если опять есть вопрос, есть моменты, что острые периоды, если не помогает, конечно, на операцию, но знаете, прооперируясь, какой исход, да, что паразиты есть, они остаются, дефицит микроэлементов остается, его никто не восполнил, значит, сегодня у вас этот дефицит цинка вызвал геморрой, завтра у вас это вызовет простатит, послезавтра там на коже проблемы, все это потихоньку, исподволь, медленно, не быстро происходит. Изжога очень часто бывает, значит, когда вы принимаете препараты, да, еще тут был вопрос до еды, после еды, во время еды, это вместо еды. Ну, я так шучу, всегда отвечаю, что это вместо еды, потому что ваши клетки... Вот вы захотели кушать. По сути, ваши клеточки попросили, дайте цинка, дайте марганца, дайте хрома. Вы покушали. Да что ты, через какое-то время вы опять хотите кушать. Опять организм, клетки просят, дайте, да, ну, во-первых, паразиты просят, но еще и клетки просят цинка, марганца, хрома, меди, а вы опять покушали, опять не даете. Поэтому оправдано то, вот, когда вы начинаете принимать продукцию, то вы можете вообще так, как вот раньше хотели кушать, вы так сильно уже не будете хотеть кушать. Ну, потом, когда вы почиститесь, понятно, вначале у вас всякое будет, о чем я вначале говорил. Или, может быть, вы сразу перестанете там, утром, в обед, вечером, может быть, вы только один раз в день покушаете, и это нормально, потому что ваш организм просил только микроэлементов и попросил освободиться, почиститься. Если вдруг изжога или какие-то дискомфорты возникают при приеме, то вы, значит, посмотрите, если, допустим, изжога или какой-то дискомфорт, посмотрите, когда вы выпили до приема пищи, то попробуйте, не попробуйте, а переносите после приема пищи или во время. То есть тут уже комбинируете. Это очень редко бывает, но тем не менее есть такие люди: ой, изжога, все, я не буду пить, у меня от препаратов. Запомните, это ваши токсины, это не от препаратов. Тяга к сладкому, дефицит жуткий хрома, марганца, полнота. Те, кто не могут
справиться со своей полнотой. Это проблема с хромом, проблема с марганцем. Об этом мало где говорится, и клетки недополучают. Вот вам общий иммунитет, да, клетки недополучают, и человек полнеет. И как только вы начинаете восполнять, ну, естественно, не сразу ваш организм будет, не сразу микроэлементы начнут в вашем организме работать на ту проблему, которую вы заказали, а препараты начнут работать на те органы и ткани, которые жизненно более важны. Природа, жизнь уже сама решает, травы сами решают, куда направить эти микроэлементы в первую очередь. Да? Поэтому не обольщайтесь, не ждите, что вот вы начали принимать, а что это у меня вес не падает, да? Например, вес даже может быть в объемах, вы даже в первое время можете и увеличиться слегка, не бойтесь этого, потому что, смотрите, организм, допустим, та же миома, кто-то вот с миомой, есть возможность там не оперироваться еще, пока доктор говорит, да, начинаете принимать. Миома обязана от травок, вот те гинекологи, кто травники, кто травами лечит, они нам докладывают, что миомка обязана набухнуть слегка. И потом она уже начинает, ну, так сказать, растворяться, да, паразиты, которые внутри начинают растворяться, она начинает потихоньку уже сужаться, уходить, уменьшаться в размерах. Очень часто были случаи, допустим, пациент пришел к врачу, там сколько-то там недель поставили миому, да, так, такого-то размера, начинает принимать продукцию, и человек пошел к другому специалисту, а там показало на УЗИ увеличение. И, естественно, всякую ерунду пьете, да, вот от ваших БАДов, как это обычно принято говорить. И вот если человек этого не знает, а кто из врачей это знает? Мало кто знает, да, вот поэтому приходится обучать врачей, у нас написаны методические рекомендации нашим Минздравом для врачей, и на курсах повышения Лидия Васильевна Погорельская и другие профессора читают эти лекции врачам, ну, то, что вот я вам говорю, ну, их настолько мизер, что для всех не хватает. Простуда. Если простыли, мы уже говорили, давайте еще раз проговорим. Если чувствуете, пришли с работы, подпростыли, чувствуете состояние гриппозное, да, дискомфорт, насморк, слегка температурка чувствуете, в общем, любые проявления, из носа потекло. Вот вы, допустим, пришли в 7 часов вечера, в 7 часов выпили свою дозу, и в течение 3 часов еще выпейте по той же дозировки. То есть в 7 вы выпили все препараты, на ручку насыпали, в 8, в 7, 8, в 9 часов. Утром просыпаетесь, у вас не будет той ломоты, которая обычно бывает при высокой температуре, той интоксикации, что подушку от постели не поднимешь, голову от постели не поднимешь. У вас будет легкое ощущение внутри, как будто вас печка подогревает, а вы будете бодры, полны сил и бодры будете. Ну, на следующий день можете... С утра опять приняли, идете на работу, вечером можете повторить, если есть ощущение. Вы в любой момент эти 3 раза, 3 часа, в течение 3 часов можете в любой момент, как по ощущениям, повторить. У нас 25 лет нашей, мы работаем с этой продукцией, 18 лет нашей компании, раньше мы под другими брендами работали. И за 18 лет у нас на больничной, я уже говорила, у нас нет больничных листов в компании, у нас никто не ходит на больничный. Вот так. То есть препараты детоксиканты, они работают на вывод. Если паразит, вирус попал, то быстренько он его выводит. Так, ну, давление уже говорили, да, что повышенное, что пониженное давление. Те, кто страдают давлением, и, в принципе, если вдруг поднимется, это поднимается опять не от препаратов, как обычно принято это считать, а поднимается от ваших токсинов, да. Тут понятно, таблетки какие вы принимаете, пожалуйста, принимайте. Давление может скакать, и не один месяц, будьте к этому готовы. Ну, представьте, вот ваши сосуды, они обеднены микроэлементами. Стенка вашего сосуда должна быть заполнена хотя бы этими микроэлементами иммунитета, цинк, селен, хром, марганец, медь, кремний. Да? Стенка
стенка сосуда рыхлая, и давление от этого. Когда микроэлементы... И когда вы начинаете очищаться, принимать микроэлементы, а в первую ли очередь организм направит на сосуды, да? Может быть, у вас там еще более серьезная есть задача в организме, куда нужно направить эти микроэлементы. Поэтому быстро здесь ну, у всех по-разному. Я говорю, иногда псориаз 40-летней давности уходит за 3-4 месяца, а только начинающий 2-3 года пью. Я уже этот пример приводила, да, еще раз говорю. Вот, поэтому с давлением, пока сосуды наполнятся микроэлементами, микроэлементы начинают восполняться через полгода, это иммунофармакология микроэлементов, никуда не денешься, не я это придумала, да, поэтому наберитесь терпения, но если вы хотите быть в здравии, то вперед, да. Может быть, у вас все-таки возникло желание поздравить с Новым годом, пожелать здоровья? Да, конечно, конечно. Что можно пожелать в уходящем году и вот в преддверии Нового года? Конечно, здоровья всем. Конечно, всем исцеления. Все, кто нас слышит, все, кто начал принимать продукцию, я думаю, что вы все поправите свое здоровье, одни раньше, другие позже. Вы на верном пути. Не просто так вы все пришли сюда. Вы пришли за здоровьем, вы пришли за благополучием. И если вы этого хотите, конечно, это у вас будет. Но только наберитесь терпения. С наступающим, естественно, терпение, еще раз терпение, тем более в такое непростое время мы с вами встретились, и те, кто слушают нас, это большая польза и облегчение, и с этим ковидом, да, принимайте прям немедленно, кто уже переболел, иммунитета нет, пожалуйста, и дождь, для того, чтобы не попасть под эту, так сказать, струю, я имею в виду ковидовскую, принимайте. Ну, а уж если заболели, то тем более двойные, тройные дозировки. У нас с вами есть вывод, где мы делали клинические исследования на кафедре генетики, да, что при попадании в организм инфекционного агента, то есть вируса, увеличенные терапевтические дозы быстро приводят иммунитет в норму. Ну, не быстро, у кого... У всех по-разному, да, но приводят в норму. Поэтому исцеление вам, благополучие и здоровье. Спасибо вам огромное, очень интересно. И главное, что уже и вам, и нам постоянно поступают письма. Люди действительно хотели разобраться. И очень хорошо, что вы объяснили, что это естественный процесс, и что бояться нечего. Ну и, конечно же, мы нашим зрителям желаем счастливого Нового года. И не обращайте внимания на то, что ходит в СМИ и как обсуждается. Единственное, что хорошо, оставьте паразитов в этом году в одном белом устройстве. А, соответственно, в следующий год носите хорошее настроение, сильный иммунитет, и тогда действительно вам все будет нипочем, и никакие эпидемии вас не коснутся. Ну что ж, дорогие зрители, вы увидели, что все это, к сожалению, является неотъемлемой частью вашего исцеления. И если вы выпили препарат и ничего не произошло, ну я имею в виду, не было ни диареи, ни, скажем, тошноты, ни головных болей, ничего не было, ну значит хорошо, тогда у вас, скорее всего, не было паразитов, и этот препарат будет для вас являться профилактической мерой. Но не забывайте, все-таки основное действие этих препаратов связано с повышением иммунитета, а это означает, что, безусловно, вам это придет только на пользу. Ну что ж, с вами была Джули По и Валентина Ивановна. До скорой встречи. До свидания.